Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Курбанайт. «Сердечно поздравляю вас со священным для всех мусульман праздником Курбанайт», отметил президент страны. Он превозносит такие благородные качества, как милосердие и сострадание, добро и человеколюбие. Ислам, тесно вплетенный в наши традиции, одна из главных ценностей, способствующих усилению духовного единства страны. Курбанайт призывает к сплоченности и солидарности, укрепляет дружбу и согласие в обществе. В эти дни мусульмане совершают жертвоприношения, помогают обездоленным, заботятся о нуждающихся. Они с верой в сердце возносят просьбы о благополучии в семье, мире и спокойствии в стране. Такие благие помыслы и добрые поступки формируют атмосферу соучастия и взаимоуважения. Пусть исполнятся все ваши искренние надежды, говорится в поздравлении главы государства.